Как считаете, на чьей стороне сегодня было преимущество? Ну, преимущество игровое, территориально было на нашей стороне. Мы вели игру с первой минуты. С первой минуты ее контролировали. До последней. Были моменты, которые мы не реализовали. Это нас расстраивает. Мы заработали пенальти, его не забили. Это, безусловно, всех расстраивает. Но как бы, ну, надо быть выше этого. То есть сейчас нужно... Так случилось. И сейчас надо двигаться дальше. И все вот это вот, какая сейчас бурлит внутри, там, обида, досада, это какая-то злость спортивная, да, ее нужно аккумулировать уже на следующую игру. Но мы сегодня контролировали игру. Что-то, какие-то могли бы быть ошибки, связанные там с качеством поля там, или еще, но они бывают у всех. Но тем не менее мы все равно старались их снивелировать, мы эти ошибки исправляли сами. Чего не хватило для победы? Не для победы не хватило забитого гола. Потому что мы сегодня, ну, сыграли практически. А у нас была одна замена. Потому что никто не выпадал. И потому что в такую игру, ну, все выполняли все по игре. В функциональном плане мы готовы. В плане тактическом никто не выпадал, опять же, я повторюсь, и поэтому не было смысла делать какие-то замены еще. Но так складывалась игра. В те моменты, в которые мы создавали при поступах к штрафной площади или с завершением, хладнокровие. Ну, немножко хладнокровие. Понятно, что мы все хотим забить гол, и я об этом сказал футболистам, но немного хладнокровия должно быть. Нужно, да, с горячим сердцем, но с холодной головой нужно обращаться с мячом. И тогда этот футбол, который принесет результат.